Всем привет! Сегодня приготовим вот такие очень вкусные котлеты с начинкой. Один килограмм мяса пропускаем через мясорубку. К мясу пропускаем две луковицы. И 2-3 кусочка батона, заранее замоченного в молоке. Добавляем соль по вкусу. Хорошо вымешиваем фарш. Три помидора нарезаем мелким кубиком. Сто грамм моцареллы натираем на крупной терке. В моцарелле натираем 100 грамм твердого сыра. Размешиваем. Из фарша скатываем шарики среднего размера и выкладываем их на расстоянии друг от друга. На противень застеленной пергаментной бумагой. С помощью стакана делаем в котлетах углубление. Формируем бортики. В каждое углубление кладем помидор. Сверху накрываем натертым сыром. Ставим котлеты в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут. Котлеты готовы. Вот такие сочные, с румяной шапочкой из сыра, а главное, очень вкусные котлеты получились. Попробуйте приготовить. Желаю вам приятного аппетита и до новых встреч. Всем пока!